заросшие поля Тверской области. Это клондайк для садоводов. Можно найти любую яблоню, как взрослую, да, так и маленькую. Но они бывают и подъедены. Вот еще две. Где? А где пахал, наверное? Не, это не здесь. Пахал вон. Вон там еще. А вот здесь яблони прямо в ряд растут. Рядом с дорогой. Бери, прививай. Не хочу. Из дикой яблони будем делать культурное дерево. Поэтому сейчас самое время помечать их. Берем вот такие пакетики и помечаем, чтобы потом пересадить или привить на месте. Идем туда, сходим, видим поворот. Ручей интересно течет. Пойдем, сходим. Вот поднимемся, мы поднимем немножко. Пойдем.